Если у инспектора патрульной службы возникло подозрение по поводу трезвости водителя, в присутствии двух понятых он предлагает пройти медицинское освидетельствование. Инспектор информирует о порядке его проведения. Я предлагаю вам пройти медицинское освидетельствование через алкотестер на месте. Водитель, понятые, обратите внимание, прибор показывает по ногам. Если показания алкометра в пределах нормы, водителя отпустят. Если явные признаки опьянения, а это любая цифра выше нуля, на водителя составят протокол об административном правонарушении. Несогласные с результатами проверки водители могут пройти освидетельствование у нарколога. Операция «Бахус» продлится до 27 марта. Но и после этой даты к водителям, садящимся за руль в нетрезвом виде, будет повышенное внимание. Пьянство за рулем – причина большинства аварий на дорогах.